ребята, с вами Сэм на канале Мисс Саня. И сегодня мы будем проверять, я еще не видела, что случилось, но мы будем проверять, что случилось со вчерашними слаймами, которые мы вчера с вами сделали. Привет, Мисс Саня, привет всем друзьям, ушла на два, и Саня показывает. Ну, короче, тут вот эти два новые. И этот вот тоже не тот. И вот мне просто интересно, что с этим случилось. Ну, давай. Давай выбери, с которого начать. Ай, мне... Ну, давай выбери. Ну, давай. Давай вот этот. Пусть будет. Ну, давай. У меня даже страшно. У него все блестки. Вот, смотри. Вверх поползли. Вверх, да. Смотри, сейчас будет красивое зрелище. Они тебе пальчиком не липнут, эти блестки? Вау! Это все, у всех лаймов они так вылезают. Слушай, ну значит, есть какая-то реакция, что их всех выталкивают вверх. Смотри, как красиво. Это я сделала потом уже с подружкой. Мы делали там челлендж такой. Угу. И, короче, вот я вот такой вот сделала. Так ему уже сколько этому? Один день. Это тоже из этого набора. А, это все из этого набора? Ага. Ну, супер, слушай, качественный, очень получился у тебя слаймик. Это я даже не видела, когда ты его это вот сделала. Вчера, наверное, да? Да, я вчера вечером его сделала. Сейчас надо чуть-чуть тут вот все подстрелить. Ну, короче, все хорошо. Блестки везде у себя на столе, Саня. Давай выбирать еще один какой-нибудь. Мы уже тут все прибрали с мамой. И, короче, давай выбирай другой слайм. Ну, вот я этот очень хочу. Этот? Вот этот. Этот? Да, этот. Это вот из вчерашнего видео. Смотри, у меня вот та же история. Я уже вижу, да. Вот это класс. Вот нет. Это класс, Саня. Смотри. Мне страшно даже его вытягивать. Давай. Сколько их тут получилось много. Ага. Это... Вау. Это тот желейка. Наверное, ребята помнят. Кто видел вчера твои видео? Смотри, сколько у него там блесток, если видно. Видно. Вот смотри, как видно, видишь? Ага. Короче. Он весь блестящий у тебя. Ага. Очень даже блестящий. Он кликает как суперски. Хрустит. Угу, хрустит. А вот кликает. Угу. А вот так хрустит, да? Нет, это кликает. А это вот хрустит. Вот хрустит так суперски. Мне вот это вот хрустение, вот это очень нравится. Хруст. Хруст такой, да. Хруст. Ну, вот видишь, какой здесь желейный. Да, я вижу. Желейка такой. Да, да. Ну, вот видишь, а ты его вчера была не очень довольна им, а видишь, какой классный получился. Мне он вообще суперский, вот этот слайм. Ну, он отстоялся, стал лучше. Угу. Ну, как классно, вот эти шарики все вверх полезли, слушай. Да. Супер. Короче. Супер. Просто супер. Пипи, перестань топать. Ну, давай, ты... Ну, давай вот этот с сердечком. Вот этот вот, давай, какой-то очень уже красивый это... у тебя. Давай, убираем. Давай. Это просто база клир. Маленькая клир база. Вот, это... Она достаточно большая, но она по двум контейнерам. Вот. Ой, вот это так мне не очень нравится. Знаешь, почему это на медузу... Это клир база. Вау. Вот, смотри, какая она клир. Но она еще не отстоявшаяся. Этот получше уже. Он такой желейный. Хрустит. Хорошо так хрустит, нормально. Ну, короче, вот такой вот слаймик. Тянется очень хорошо.
Прямо тянем так. Тянем, очень тянем, да, Саня? Липы Саня? Получается, к рукам не липнет. Супер. Не липнет или липнет? Не липнет. Ну вот, смотри, вот так, если держишь, то даже не липнет. Это я сегодня делала. Но этот может качественный получился, ну, очень, да. А сколько ложила этого активатора? Тоже столько много, как нет. Вчера? Нет? Я делала вот столько, добавляла клея, загущала. Да. Оставляла, опять столько загущала. Да. И вот так вот. А, и такими маленькими кусочками, да? И тогда не такой желейный получился. Ну, короче, давай сейчас посмотрим другой. Давай. А давай вот эти два новые спробуем, твои новые, ага, совсем вот давай. Эти такие. Но мне вот очень странно, что этот какой-то, как с ним, ну, кажется, поиграли. Ну давай. Ну как-то его не хватает, наверное, ага. Как-то не долили, да? Ну мне что-то страшно. Такое, быстренько этим производителям, да, выговор. Почему не доложили слаймика? Вытягивайся. Угу. Ой. Ну-ка. Он тоже такой перламутровый, да? У тебя какой-то. Ага. Угу. Какой-то странный. Ой, красивый очень. Ну, тянется. Хорошо. И кликает нормально. Супер, Саня, но супер. Но воняет как-то. Да? Давай магазины тогда. Какой-то. Не очень, да, тебе этот? Нет, фу. Ну, давай, ложи. Больше его таких праздник. Не будем покупать. А ты, слушай, как ты теперь его в бутылку туда загонишь? Так знаю. Нет. Ой, точно как воняет, Саня. Фу. Хролка. Помогите. Ну, давай этот смотрим. Ну, давай. Вот этот очень красивый, да? Какой-то да. Цвет очень красивый. С единорожкой. Ай, точно, да, точно. Ой, давай. Этот уж как-то поплотнее. Ну-ка. Покажи, какое тут у тебя сокровище кроется. Этот уже не вытягивается, нормально. Палочка, выручалочка. Он прилип, видишь, как-то как дно, совсем прилип. Прилип. Угу. Ой, а он уже не клир. Он какой-то, как корицу. Смотрите, ну он вот нормас. Этот вот нормас. Прямо нормас. Тянется нормально. Ой, ужас какой-то, Саня. Но мне больше всего понравился вот этот вот. Вот этот, да? Из всех. Да. Ну, это тоже нормас такой. Нормально кликает. Давайте чуть-чуть добавим добавок. Ну, давай. Все равно начинается. Давай добавляем. Давай добавим вот такой пигмент. У меня уже его мало стало. Ой, не тот взяла. Ну-ка. Как всегда, прием. Короче, я звонила. Хотела поиграть в Star Stable. Короче, окей. Добавим металл, вот такой вот пигмент. У меня его вот достаточно еще на формаз. Что это за цвет такой, Саня? Металлический. Ну, такая уж вся белая пудра такая размажь. Вообще, знаешь. Угу. Вот видно, наверное, что он такой. Ну вот, теперь уже да. Вот теперь видно. Да. Давайте размешаем. Давайте размешаем. Угу. Ну кстати, вот. Суперски, это тоже очень слаймик у тебя. Ну да, но тот, как я его, наверное, буду изменять. Угу. Тот. Давайте. Ну этот такой будет немножко теперь блестящий, да? Такой ага, глянцевый будет. Да. Угу. Давай добавим вот таких вот белых, любимых моих блесток. Угу. Осторожненько, Саня, только открывай, чтобы не вылилось у тебя всего. И добавляй. Вот, теперь будет очень красиво и круто. Ну, как красиво, смотри, прямо. Да. Очень красиво. Как ну-ка. Снежок выглядит. Да, снежок, да. Именно снежок. Которого снежок. У нас нету, блин. Ну да, уже в этом году, наверное, и не дождемся снега. Хрустит. Ярко хрустит.
хорошо. У нас еще два слайма осталось. Ну-ка, давай смотреть, что у нас еще осталось. Которого будем смотреть. Пихаем. Ну, знаешь, трудно туда его запихать. Вот я не люблю вот такие вот контейнеры. Ну да, наверное, не очень удобно. Не очень удобно им пользоваться. А если вот такую колбаску лучше сделать, так может совсем и ничего, потом вот так. Звук, конечно, смешной. Когда мы не говорим, Марка говорит за нас. Ну да, да, у нас. Ну хорошо, у нас осталось два слайма, один пакет остался Пати, и давайте его посмотрим. Он не новый, он такой достаточно старенький, но это прозрачный. Угу. Вот, если видно, что прозрачный. Да, видно, что прозрачный, он, видишь, уже все у него такая, видишь, как он стал такими кусочками, не очень тянется, наверное. Нет, так это Пати, это не слайм. Это жвачка для рук, короче говоря. Да. Упражнять, да, ручки, чтобы пальчики росли. Да, Саня, чтобы пальчики росли, ребята, упражняйтесь жвачкой для рук. Вот она такая. Будут большие-большие пальчики и ручки. Смотри, да? Вот. Он зеркальный. Да, это вообще хохот, слушай. Вот, спали в кому, Саня, блин, от хохота. Вот, видно, что зеркальный. Угу. Давай я перетяну немножко стамбу, чтобы показать его консистенцию. Он такая весь в таком перламутровом цвете. Ну, все знают. Ну, да. Очень красивые блесточки в нем, звездочки. Которые такие колются. А, ну вот, поэтому ручки и растут. Саня, да, скажи. Ну давай, а мне вот сейчас надо подвигаться отсюда. Почему? Я боюсь. Тут может быть воздушная тревога. Ну-ка. Давай не будем брать, Саня. Ой. Нет, все нормально. Да? Нормально? Ой, что-то потекло. Да? Ну вот, смотри. Это вот такой желтый слайм. Который очень пахнет баблгам. Да. Вот такой вот. Mm-hmm. Какой-то странненький. Короче, хрустит никак. Резинка. Сквишовый, не тянется. Короче. Все? Нормас. Очень нормас. Ага. Все? Все показала, да? И все рассказала. Ну что, Саня, спасибо тебе еще раз. Тут была серия вторая у нас, да? И тогда ставим лайки, подписываемся. Спасибо, всем пока. Пока-пока-пока. Пока-пока-пока, Мисани. Пока-пока. Пока. Сейчас я вам покажу всем или не буду показывать, как Саня свою постель никогда не закладывает, и у нее там бордель.